Наступна імпровізація називається «Історія кохання». В ній братиме участь наша зоряна закохана пара Коля і Алла. Зараз я попрошу наших гостей розповісти нам історію їхнього знайомства, де воно сталося, як, хто познайомив і так далі. Після цього я поясню суть імпровізації. Слухаємо. Я після «Мастер-шеф» приїхав на одну зйомку на пляж, де був великий синій басейн, де купались девушки со стройными фигурами. А в это время моя подружка сказала, что это не пляжный комплекс, а как бы ночной клуб, но днем. И вот все загорают с фигурами в купальниках, и мы приезжаем в вечернем платье. В общем, и у меня там был такой момент, когда очень важно было, чтобы герой, который пришел на это жесткое шоу, заплакал. Ну, и честно говоря, я не хочу, чтобы зрители на меня как-то неправильно смотрели, но вот, кстати, снимали для нового канала, снимала Виктория Бурдукова, это продюсер «Ревизора», да? Впоследствии я по блату туда связи, и устроился, связи. Да. Но это вырежете, да. Ты если так знаешь, вот, что это вырежется, не говори. Хорошо. В общем, мы приехали, и начинает очень сильно плакать девушка. Ага. Она плачет, и первый раз я увидела Николая, он еще тогда был ужасно перекачанный. Я думала, как помочь этому мужчине, ну, чтобы он как бы выздоровел уже. Ну, вот так мы познакомились, взяли у него интервью, я поняла, что надо вырезать все, что он говорил 5 часов. А я понял, что это моя любовь с первого взгляда, честно. Потом она меня разъехались. Морозила. Разъехались. Мы жили в разных городах, я жил в одном городе. Она жила в другом городе. Разные города, мы да. понимаем. И я пытался с ней как-то поддерживать отношения, звонить и там. Встреча. В конце концов, встреча произошла. Она ехала через Киев, ехала отдыхать вместе с мамой за руку с мамой. Да, отдыхать с мамой. Мама да. с сумкой, в левой руке сумка, в правой руке Алла. Отдыхать вместе на самолете. Мы не тупые. Так, хорошо. И, вот, и мы встретились, она улетела, я проводил вот как бы первые отношения. Супер, вот да. так завязались, потом она возвращалась, я пригласил, сделал романтический ужин. Романтический ужин, да. пожалуйста. Я как сейчас помню, он заказывает в ресторане 50 грамм клубники. Ну, щедрый. 50 грамм ягод каких-то. Он прям с весами пришел? Ну, он официанту говорит. Не, ну это... Я еще поняла, что в Киеве экономят очень на девушках. Правильно. Я предложила за себя доплатить, но если это главное. В общем, все, что я заказал, был большой красивый стол. Я люблю, когда много еды на столе. Но по 50 грамм. Разные истории, да. Ну, это была, наверное, молекулярная кухня, но я как бы еще не знала этого. Нет, да. это была просто кухня. А предложение мы сделали друг... Одновременно. У нас современная семья. Так. Поэтому мы предложение, как все обычные нормальные люди, делаем в Париже на Эйфелевой башне. Все. О, есть. А. Отже, ми вдягли, значить, ці шокери на імпровізаторів і дали пульти від цих шокерів Аллі і Миколі. Зараз хлопці зіграють імпровізацію «Історія кохання» Колі і Алли. Так, як вони це собі бачать, якщо щось піде не так і не сподобається або Аллі, або Колі щось в цій розповіді, вони будуть тиснути кнопки на оцих пультах і будуть бити хлопців струмом. Значить, Валік грає Колю, а Вова ага. грає Аллу. Костя, ти я будеш грати нас на вихідних таких персонажей, так? Історія кохання, поїхали! Добрий вечір, це мастер-шеф. І це очередная повариха. О, спасибо, що ви запомнили Быстрее. Мою фамілію. Ага. Я, как вы и просили, приготовила фаршированную курицу из лимонов и огурцов. Сразу? Да. Вот, как вы и просили, сервировка без ничего. Это твоя грудная клетка без ничего. Грудь в порядке. Спасибо. То, что ты приготовила, это откровенно фуфендос. Шо? Шо такое? Шо губа затряслась? Шо губа затряслась у нас?
Что, никто не поможет? Одна тут, да? Одна тут. Ребята, это потом вырежем. Что ты, скотина? Готовить она не умеет. Пришла сюда. Ужас! Работаем. Что вы приготовили? Что вы нам приготовили? Что вы приготовили? О боже! О боже! Все, уберите, уберите, уберите камеры! Уберите камеры! Вставай, вставай, вставай! Я ее вынесу из кадра. Ага. Следующую несите. Я пока в басик. Ой, хорошо на бассейне. А что, я одна в платье? Я что, это на платье? Оу! Работает, ребят. Теперь нормально. Блядь, а что это? Человек плавает или мясо? Я не понимаю. Ой, у него капилляр лопнул на глазу. Зато как красиво идет ему. Здравствуйте, я Алла. Мы договаривались про интервью. Посмотри. Интервью, вас спрашиваю. Алла. Да! Присядем. Я ножки в бассейн спущу. Я башкой окунусь в бассейн. Смотрите, у меня есть 5 часов, что-то поговорим. Я очень сильно тороплюсь. Как вас зовут? Николай. Отлично. Я подожди, стоя. Что? Про фамилию ничего не спросила. Хорошо, как ваша фамилия? Моя фамилия? Слишком. Тищенко. А что вы здесь делаете? Показываю тебе свою дельтовидную. Качаю задик. В планочке стою. Я понял, почему я такой странный. Меня постоянно что-то телипает. Коля, я пошла отсюда нахрен! Стоять! Пустите меня, мне надо улетать. Опа, летать это я знаю, это как птица. А ну иди ко мне под крыло. Коля, у вас... Ай! А давайте. Как тебя зовут, малыш? Мы незнакомые люди. О! О! Женщина. Мужчина. Я полетела, меня мама ждет в аэропорту. Подожди, мы с тобой общаемся всего лишь 4 минуты. Нам надо 5 часов, извини. Как вы относитесь к хомякам? Okay. Это мой знак зодиака. Виктор Павлик, имя или фамилия? Ты знаешь его отчество, кстати? Нет. Знаю! Я не знаю, расскажи. Иванович. Хрен кто проверит. Алося. Что это за сверчок? Аллы. Алло. Аллочка, доченька, я жду тебя в аэропорту. Мам, сейчас я докупаюсь и... Я в метро, Маш. Алось, последний вопрос. Мам, о, ты меня сломал руку. Алось, вопрос последний. Куда летишь с матушкой своей? Ну ты скотина. А нет. В Египет? Нет. Турция, Багдад. Алось. Минск, картохи взять. Алось. Да мы чё? Алось, есть слово «заграница».
Это телефон Аллы. Мама, я на Берестейской, все. Я тороплюсь, мама ждет, все, я полетела. Увидимся. Мам, давай, полетели за границу. О, я там никогда не была. То я тоже первый раз за границей буду. О, а чем мы туда летим? А, была. Я знаю, чем мы туда летим, но тебе не скажу. Мам, очень странно это все. Да. Почему мы летим, мам? Потому что я не хочу пытать свою судьбу. Куда летим, туда летим. Доченька, я мать, я столько лет мать, я чувствую, ты влюбилась. Ну, такое, ну, как бы. Мам, ну, люблю, там, человечка одного. Ну, что-то такое, у него сиськи большие, ну, вот это. Бабу влюбилась? А не, он просто качает. Да, ну, бабу. Всем привет, это новый канал, это Ревизор Стищенко, и мы проверяем турбину Ан-747. А, пофиг, еще 9 осталось, нормально. Коля! О, какие сиськи! Мама, не смотри! Коля, ты что здесь делаешь голый? А, Коля! Не голый, одетый, чуть-чуть одетый, конечно. А, не... Дочка, ну его нафиг эту за границу, поехали с ним. Едьте вдвоем в ресторан. Мам! А? Пойди посмотри, прилетели ли самолеты. Алусь. Алусь меня не называй! Что ты за Алусь? Еще олень назови меня. Да ты перестань. Алусь, слышишь, как ты меня называешь? Алямба. Нет! А олененок мой. Олененок, хорошо. Все, тихо! Значит так, я никуда не лечу. Ты куда-то летишь. Я лечу за границу. До свидания. Спустя 7 дней. Это он! Доча, опять он. Мамочка, он нас ждал. Коль! Есть две просьбы. Да, Коль. Дайте попить и поспать. Коль, я очень сильно смотрел на самолеты. Коль, я с мамой прилетела уже из-за границы. Что-то кушать хочется. Да, с рейса. О, можно? Я накормлю. Ты мне в грудочину дал, что? Боже, как вы смотритесь вместе. Мама, я люблю его. Фу, иди нахрен отсюда. Да погоди. Ты бесишь меня. Да подожди. Ты меня бесишь. Знаешь, сколько у меня ресторанов? Это телефон. А мамы Аллы. Опа. Алло. Приезжай срочно. Есть разговор. Кто это? Это никто. Приезжай скорее, не в ресторан Тищенко. Куда угодно, я тебя там жду. Дося, извини, мне срочно нужно ехать. Куда, мама, куда ты поедешь? Куда? Таксист, за той машиной! Я так есть хочу, давай пожрём же. А чуть-чуть сиди. Чуть-чуть у меня есть. Очень чуть-чуть. Не больше мухи, давай. На тебе 3 клубники. Боже. Покайфуй. Тихо, тихо. 3-е на завтра. Нет. На, ешь с кармана. Ой, перекусон удался. Бам-бам-бам. Уважаемые посетители аэропорта, есть шаровые 2 билета в Париж. Алусь. Да. Это типа как молния. Шаровые типа. Давай быстренько. Давай быстренько. Быстренько. По 50 грамм.
Смотри, снотворное тебе, мне. О, Париж. О, а это что было? Пойдем, пойдем наверх, ступеньки. Где мы? Да ступеньки, ступеньки. Сама. Только закрой. Закрой и сама. Гема, лифт тут был или нет? Ты знаешь, что такое, Алуся? Алуся. Вафельная башня. Вафельная башня? Стопы. Нет, почти еще. Это что такое, тетя Надя? Это Париж? Аллочка. Это Париж. Аллочка, секунду. Тут со своим не пускают. Ого! Шампанское! Ну чё, мы его будем как-то пить? Держи сама, держи сама, держи сама. Ага. Ого. Алось. Коль, что ты делаешь? Ты будешь моей... Нет! Буду ли я твоим мужем, я подумаю. А будем ли мы друг другу супругами? Ты принесла кольцо? Я принес. Я принесла кольцо. Расходимся. Куда? 5 шагов. Я упаду. Где? Да все, уже хватит, не могу уже это терпеть. А как там у нас... О, кошевой на Эйфель приехал, гля! Привет!